Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что в ближайшие несколько минут будет обзор свежей игры. Сегодня это Surviving Mars от болгарских разработчиков Hamimond Games и нашего любимого издателя Paradox Interactive. За болгарами из Hamimond Games я слежу давно, аж с 2000 года, когда они выпустили свою первую стратегию Tsar Barden of the Crown. В русской локализации эта игра называлась Огнем и мечом. С тех пор они разработали несколько хороших стратегий, можно отметить Rising Kingdoms и Imperium Romanum, но в последнее время занимались разработкой различных продолжений Tropico. Tropico 3, Tropico 4, последний вот Tropico 5, это все разработки Hamimond Games. Хотя еще вот отмечу игру 2013 года Amerta City of Gangsters. И вот свежее творение Surviving Mars, и на самом деле тут ничего нового. Это Tropico только на Марсе. Вот реально очень все похоже. Если на Tropico мы строили кукурузные фермы и заводики для производства дерева, то на Марсе мы строим те же самые фермы, только более продвинутые, и заводики для производства полимеров, например. То есть механика игровая один в один. Кто не знаком с серией Tropico, во-первых, отправляю к моему обзору, а во-вторых, в двух словах поясню. Вы развиваете какую-то свою колонию, находясь на каком-то либо острове, либо на Марсе, как и в данной игре, и боретесь, собственно, только с проблемами сами с собой. Вы создаете цепочки товаров и завозите людей или колонистов для того, чтобы добывать, производить и просто жить. Отличие от другой серии стратегии о цепочке товаров Anno в том, что в Tropico или в Surviving Mars жители не просто потребляют что-либо, но и являются действительно юнитами со своими характеристиками, со своими сильными и слабыми сторонами, и плюс они работают на тех самых добывающих или производящих предприятиях, или там в сферах услуги, в том же госпитале или в магазине. Так что, в принципе, для меня Surviving Mars каким-то откровением в игровой механике не стало. И в этом, конечно, по-моему, есть минус для этой игры. Уж слишком она похожа на Tropico. То есть тут особенных фишек, свойственных именно Surviving Mars, раз-два и обчелся. Более того, разработчики из Hamimond Games как-то без выдумки подошли к переносу игровой механики. Так, например, да, у поселенцев есть отрицательные черты. Но если в Tropico там алкоголизм, игровая зависимость, обжорство могли быть в тему, то для Марса это выглядит несколько странно. То есть человечество отбирает лучших своих представителей, которые, во-первых, еще сами соглашаются на этот полет явно, отправить их на другую планету, чтобы они там создавали форпост человечества, опять же. Но они начинают капризничать, потому что у них нету то видеоигр, то им казино не построили, то, видите ли, они просто тупые и ленивые. Как можно вообще на Марс отправить тупых и ленивых поселенцев, в принципе? По-моему, над этим можно было намного проще поработать, то есть у поселенцев вырабатываются какие-то сугубо марсианские негативные черты, например, они начинают скучать по гравитации более сильной, на Марсе она меньше, чем на Земле, или по зеленым растениям, вот они там смотрят в запотевшее стекло своего купола, где они живут, видят эти красные марсианские пустыни и начинают скучать по дому. Какие, блин, видеоигры, вы летите на другую планету? Кстати, игра выглядит вообще великолепно, по-моему, визуально, но тут опять есть претензия, то есть вот эти все домики, в которых живут марсианские поселенцы, или строения, они выглядят намного лучше, чем наши дома, вот самые крутые, которые есть на Земле. Ну да, предположим, это какое-то будущее недалекое, в которое они на Марс полетели, но все равно слишком круто, слишком классно выглядят строения, в которых эти самые марсиане, новые марсиане живут. Тем не менее, визуальный стиль Surviving Mars великолепен. Ее очень классно показывать на стриме, она приковывает внимание. Очень много подробностей и деталей, то есть вы можете заглянуть в каждый домик и внимательно присмотреться, чем ваши подопечные там занимаются. В общем-то, вся игра строится на том, чтобы решать проблемы с нехваткой ресурсов и с потребностями поселенцев в вашей колонии. Причем изначально у вас вообще не будет никаких поселенцев, вы сначала будете готовить их прилет, то есть все будут роботы делать.
а потом, когда они уже прилетят, появятся новые проблемы. И так вот постепенно партия неспешно развивается. Причем игра, по-моему, легка. Я для своего стрима выбрал сложность 255%, и вы можете посмотреть мое прохождение, запись стрима есть на канале, и не сказать, чтобы я испытывал какие-то проблемы. Но опять же, я все-таки знаком с серией Тропика и примерно понимаю, чего от меня хотели разработчики, как я должен действовать, но не думаю, что даже совсем уж новичкам будет в игре тяжело. Хотя тут тоже есть минус. В игре отсутствует какое-либо обучение, и, наверное, незнакомым с прошлыми творениями болгар в этой игре будет сложновато разобраться поначалу. Также мне кажется, что подобные игры, и Тропика в том числе, обладают довольно низкой реиграбельностью. То есть один раз пройдя, вы не захотите сразу вернуться в игру. Зато само прохождение будет довольно долгим, конечно. Постепенно открывая все технологии, строя все больше и больше купола, игра будет захватывать и держать внутри себя. Тем не менее, повторюсь, я особых проблем не испытывал. И здесь, как мне кажется, на данный момент не очень доработана система характеристик ваших подопечных, тех самых колонистов, которые прилетают на Марс. Они вроде должны различаться, они должны быть уникальными. Вы должны обращать внимание на то, что вот этот у вас ленивый, вот этот инженер, а вот этого там меланхолия. Поначалу просто их рассматриваешь, но потом забиваешь на все эти положительные, отрицательные качества и особо не обращаешь внимания. И они у вас просто такие безликие человечки бегают. Это даже на высоком уровне сложно, на котором бы, казалось, надо тасовать ваших рабочих, те, которые работают на заводах, на открытом пространстве или внутри купола, которые что-то там добывают, либо обслуживают других. Причем здесь, опять же, есть баги в игре, которые сбрасывают все ваши настройки. Особо обращу внимание, что в каждом куполе можно ставить фильтры тех марсиан, которые могут там жить. То есть, например, в этом куполе можно жить только взрослым, с определенными профессиями, предположим, геологи, инженеры и ученые, и без вредных привычек. Вот так можно выставить для того, чтобы оптимизировать весь рабочий процесс на планете. Но и это пока в игре сломано, потому что фильтры надо вообще практически все выставлять. По логике, казалось бы, если вы не выставили фильтр, то он просто не работает. Он и не запрещает находиться в этом куполе того представителя, который фильтр вы выбрали, и позволяет ему уходить. То есть как угодно. Однако, когда вы эти фильтры начинаете использовать, понимаете с течением времени, что не выставленные фильтры скорее работают как выключенные. Но не сразу до этого доходишь, и я думаю, у многих игроков появляются претензии, почему на моем заводе почему-то работают одни медики, а ученые пошли добывать минералы, когда стоит совершенно свободная научная лаборатория, куда хотелось бы ученых и отправить. А за шкирку вы их не можете взять, вы можете им только какие-то назначения сделать. Но со временем, разобравшись с фильтрами, все приходит в норму. Однако вот эти проблемы, как и, например, проблемы с поиском пути, когда вы строите тоннель и ваши передвижные юниты, там транспортер не может найти правильный путь, и его приходится руками отправлять. То есть вот этот ненужный микроменеджмент абсолютно, он сейчас раздражает. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание «Лёша играет». Давайте прямо скажем, от игры с названием Surviving Mars, то бишь Выживающий Марс, ждешь этого самого выживания, то есть у вас всегда будут какие-то проблемы, у вас там будут поселенцы на грани истерики, то у вас будет не хватать кислорода, из-за этого будут рождаться какие-нибудь странные дети со своими особенностями, но и недостатками, и так далее, и так далее. Правда, это я уже описываю скорее Frostpunk. Но у меня вот, как ни странно, в двух прохождениях Surviving Mars ничего подобного не было. Я как-то очень легко решал все проблемы. Там даже в игре есть постройка такая под названием охранная башня, то есть у вас по идее из-за проблем должны ренегаты появляться, которые могут восстание поднять. Нифига, ничего подобного не было даже при уровне комфорта
в красной линии. Мне даже эту охранную башню никогда не пришлось построить. То есть игра, в принципе, не бросает игроку вызов в плане сложности. Но, с другой стороны, мне все равно интересно находиться, особенно если вы поклонник космической тематики или исследования других планет. Она очень красива, и игровая механика тут работает. Вы не сидите от скуки там, не строите любые домики. Тут все равно все взаимосвязано. Если вы не будете правильно развиваться, вы таки проиграете. Просто игра настолько спокойно относится к вашим ошибкам, что вы довольно долго можете тупить, не понимать, в чем ваша ошибка, все равно дойти до проблемы, решить ее, а игра все вас не наказывает и не наказывает. Я не знаю, правильный это подход или неправильный, но в обзоре, по-моему, я должен на это указать. Тропика, по моему мнению, была посложнее. Наверное, стоит высаживаться в том месте, даже не ставить больше сложность скорее, а находить место на карте, где будет побольше всяких атмосферных проблем. У меня были только метеоритные дожди иногда, и все. Они, конечно, рушили мне инфраструктуру, но я довольно быстро восстанавливался. Хотя тут есть и хотя бы песчаные бури, которые мешают работе ваших солнечных батарей и генераторов Стерлинга, которые вырабатывают энергию. То есть во время солнечной бури, по идее, у вас должны начинаться проблемы с электричеством. Интересно, тут реализованы всякие кризисы. Причем их несколько, там что-то под десяток. И только за время одного прохождения вы сможете только один из подобных кризисов увидеть. У меня, например, были сомнамбулы, когда мои жители внезапно впадали в сомнамбулические сны и видели что-то происходящее с бывшими жителями этой планеты. Довольно интересно, то есть такой квест, его надо выполнить и решить правильно. И вот это, конечно, интересно и необычно, и заставляет сыграть несколько раз, чтобы пережить несколько этих кризисов. Да, вернусь, кстати, к теме того, что болгары просто перенесли на Марс Тропика, не постаравшись как-то адаптировать игровую механику к теме Марса. Здесь, например, внезапно есть ветровые генераторы, хотя на Марсе никакого ветра, в общем-то, нету. Или внезапно мы можем воду выпаривать из атмосферы, хотя на Марсе атмосфера-то 1% всего лишь. Почему-то нельзя объединять купола переходами. То есть вы ставите два купола, и если у вас чувак работает в одном куполе, то жить в другом он уже не может. Он обязан жить только в этом куполе. Он даже не может перейти вот там буквально метр до соседнего купола. Почему-то одни ресурсы у вас добывают роботы, а для других нужны колонисты, которые бы там работали. Что, по-моему, очень-очень странно. Я понимаю, что это игровая механика, но это никак не объясняется вообще. Меня, например, очень удивляет, что бетон и вода тут добываются автоматически, а чтобы купить продукты в гастрономии, там должна сидеть какая-то бабка. Даже три бабки-продавщицы, которые разделены по сменам. Без бабки-продавщицы автоматически вам продукты не выдадут готовые. При этом в игре есть автоматические дроны, которые всю эту продукцию разносят куда надо. А вот отдать ее покушать нужен какой-то работник. Я уже молчу, опять же повторюсь, наличие казино на Марсе. Серьезно, вот без казино марсианские жители не смогут себя почувствовать нормально. Да, тут еще отличная музыка, несомненно. Но опять же, это фишка из Тропика. Тут даже есть радио-диджей, очень похожая на ту, что была в Тропико 5. Отмечу еще одну механику, которая позволяет делать разнообразные партии в эту игру, так называемые прорывы. То есть у вас есть просто технологии, а есть особые технологии, которые вы можете открыть только либо исследовав карту, либо проходя вот этот квест с кризисом. И эти прорывы совершенно разные в каждой игре. Так, например, я видел, что можно строить роботов у себя, а вот в моей партии подобного я не смог получить, хотя открыл все технологии. В общем, на данный момент, как я и сказал в начале, игра выглядит просто клоном Тропика на Марсе. Я думаю, это сделано не случайно. К сожалению, скорее всего, Парадокс планирует нам продавать к этой игре всякие дополнения в духе City Skylines. Как вы помните, к тому градостроительному симулятору уже повыходила куча всяких дополнений про трамвайчики, про зиму, про природные катаклизмы и так далее, и так далее. Но, опять же, проблема в том, что City Skylines не была клоном какой-либо другой игры, она была очень оригинальна и необычна. А здесь Surviving Mars реально похож на клон Тропика 5. Тем не менее, я рекомендую в нее играть, мне в ней
понравилось находиться. Вопрос только в том, что вернусь ли я в нее скоро. Захочется мне пройти еще раз партию в ней. Кому я порекомендую Surviving Mars? Ну, во-первых, любителям подобной игровой механики. Во-вторых, любителям колонизации других планет. Потому что, повторюсь, визуально игра выглядит великолепно. Очень-очень красивая, по-моему. На этом, в общем-то, все. Загляните на consolewar.ru. Ссылка в описании к видео. А вы слышали Алексея Халецкого. Играйте в умные игры. Всем пока!